Итак, всем привет, мы продолжаем проходить Амнезия Machine for Pigs. Так, нам надо запустить этих, как их? Короче, три печки, так скажем, да. Третья у нас тут, ну, значит, туда. Так. А, вот она. Ух ты. А, все так просто? Йо. Я-то боялся. Чего боялся? Угля больше не надо, надеюсь. Отлично. Йо. Хаюша, спокойно. Хаюша, спокойно. Только спокойствие. Спокойствие. Это что у нас, четвертое? А, шестая нужна, да, блин? Блин, еще уголь тащить? Да вы охренели. Блин, ладно. 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 Без вопросов. Далеко тащить придется. Я так понимаю. Может, его вообще нафиг не надо тащить? А, в задницу. Пятая, шестая. Туды. Так, что тут у нас? Заметка. Поршень не слышно, завод не работает. Боюсь, мне придется возвращать осиное гнездо, чтобы открыть себе путь. Размер этих двигателей намекает на то, что это лишь вершина айсберга. Так что мой друг, должно быть, был прав, и большая часть этого завода находится под землей. Мы недалеко от Темзы. Неудивительно, что наводнение здесь частая проблема. Так, горит. Это хорошо. Горит, горит, ясно, чтобы... Не погасло. Блин. Горит огонь. Если здесь поработал тот же архитектор, что и на химическом заводе, я предполагаю, что поршнями выпадает какая-то социальная система. Осталось лишь найти ее и надеяться, так уж ясно. Все ясно. Все абсолютно ясно. Ой, я пропустил записку. На потолке вдоль этого участка ленты установили ряд собирающихся отдушин. Во время глушения и кровосбора из пищевой системы продукты часто исходят зловонные пары. Их можно собрать, спустить и пустить в ментальную коттель. Короче, все ясно. Спустить, блин. Ну, вроде как запустил. Упс. Блин. Зая, я походу все это запустил. Ой, как зая. Блин. Валим. Ну зашибись. Меня тут еще и заперли. Просто фантастика. Что может быть лучше, чем запертым быть со свиньей этой? Блин. Куда тут идти-то, е-мое? Вот это, наверное, самый лучший вопрос за всю историю. Блин. Блин. Зашибись. Просто зашибись. Гениально. Нет, блин. Чё, куда, куда, куда идти, блин?
блин, куда? Говно. Надоел. Блин. Чё, он что, смешно со мной не бежит, что ли, вообще? Вообще не бежит? Окей. Я-то не против. Да надоел. Он только орёт, блин. Думай, куда тут идти, вообще не пойму. Так. Да ё-моё. Надоел. Надоел. Да только орёшь, чувак. Блин, ну что ж тут делать-то? Так, тут ничего. Он еще исследовать все не дает. Вот скотина. Блин, почему сюда залезть нельзя? Какого хрена? А, можно. Отлично. Блин, что ж за хрень-то была? Так, отлично. Да чё за херотень тут творится? Вообще полезть никуда нельзя. Тупо как-то выглядит, если честно. Господи. Это хрень крутится, я уже думаю, это свинья. Ты не мигай так, не надо меня пугать. Чё-то он где-то ходит. Ублюдок. Меня тут нету, тебе кажется. Иди дальше. Волки, говнюк. О! Отлично. Что же поведал мне мощный голос? Под поршнями через тоннель и дальше к сосушенным помпам. И если двери будут заперты, мне придется найти другой спуск. Верить ему нельзя, но путь у меня один. Невзирая на звуки, на сопение, шапкающие шаги позади меня, я дарю любые преграды там внизу и спасу их. Ух, ё... Я что-то уже не уверен, что сам спасусь. Не то, что спасу кого-то. Окей, блин. Пойдем сюда. Туда не пойдем, там свинья. Опасно. Опасно. Заперся. Так это дверь тоже была? Блин. Открытого огня. Ладно. А, ну это точно карта показывает, где мы вообще были, где мы сейчас. А может и нет. Короче, хрен знает. Это опять венцо. Записка. Ящик привезли сегодня утром. Я приказал доставить его прямо в цех. Тело исключительно сохранилось, хотя от него исходит легкий, но тошнотворный запах сырости и гнили. Объект имеет гуманоидные очертания, но отличается значительными искривлениями скелета. Торс обмотан кожными ремнями, он также деформирован и свидетельствует о значительной мышечной массе. Трудно понять, подвергался ли несчастный варварской операции, либо изуродован от рождения. И кто-то пытался вернуть его из крюченному телу человеческий облик. Я не могу сказать, что он такой, но он издает ощутимый запах сферы.
Опять отсылка к первой амнезии. Подозревают, что к его любопытному состоянию положили руку мой двоюродный дед. Значит, это возможно. Значит, мы можем превратить его в инструмент. Ускорить эволюцию, упоминаемую мистером Дарвином. Но здесь мы с двоюродным дедом расходимся. Он выбрал для экспериментов людей. Но людьми сложно управлять. И они слишком сентиментальны. Нет, нам нужны новые рабы. Преданные, умные, сильные, легко насыщаемые. Черт, блин. Все отсылается в пару шагов назад. К долбанной первой амнезии. Стой. Так, туда я не могу, значит, наверное, туда. Ладно. Тут я не могу полезть. Вообще никак. Тут тоже... А, нет, лестница, вот. Отлично. Не-не-не, давай без хаюшек, спокойно. Отводные трубы. Так, тут заперто. Да. Не смешно. Да вы шо? Нифига себе. Надеюсь, это не опасно. Блин, опасно. Ай. А, не, мы живы. Если это так можно назвать. Блин. Надо вываливать отсюда. Твою мать. Надоел уже. Сволочи, сон, что это я опять недельная, скажет, я его убью. Очень информативно, прям очень. Так, в ушибах и царапинах, но живым. Не удалось выжить после всех страданий диверсанта. Мы с ним теперь сцепились в смертельной схватке. Но мной руководит желание найти свою семью, так что я выйду победителем. Проигнорил безумие, не думая о том, какие ужасы деяния совершились здесь. Найди путь к пробоине, откачай воду и освободи своих детей. Если они вообще еще живы. Ладно. Ух ты! А вот это уже что-то новенькое. Очень даже. Новенькое. Ну-ка, может, я его заверну? Тут ничего в ящиках нету, да? Наверняка есть другой путь во вход из запертых ворот. Кажется, у меня есть выбор подхода. Замок старый, но крепкий, а после того падения мне не хватит сил, чтобы вскрыть его. Наверное, мне придется поискать другой путь. Блин. Первый бы амнезиида не ели, искал бы какую-нибудь кислоту, отмычку. Или колюч. А тут вообще ленивая жопа какая-то, главный герой. Очень ленивый. Чтобы ускорить ассимиляцию ткани, необходима особая смесь. Из нее не возникает межклеточных связей. И избавляться от объекта без связи нужно немедленно с помощью огня. В противном случае мы рискуем получить непрекращающуюся бесформенную жизнь. Это неприятно. Нам подойдет обычная смесь одной части живого настоя. Настоя. Байденбурга с одной части клеточной жидкости органа. А, той самой узлы хрени.
Для поддержания межклеточных связей можно вводить внутривенно после переформирования. Смесь нестабильна и сильно реагирует на свет. После введения ее можно активировать облучить лампы Шумана. Доведение смеси чрезвычайно редкое, может даже уничтожить небольшое количество металла. Кажись, я понял. Я понял. Надо на замок этой хрени и лампой посветить, да? Ладно. Полыскаем. Может, что есть? А может, ни хрена нету. Ладно. Да нет, тут ни черта нету. Вообще ничего нету. Чей пушка? Да не, нету. Значит, надо, блин, найти что-то. Вопрос только что. Ну ладно. Поищем приключения на свою задницу. Как обычно, собственно. Так, спокойненько. Тебя я подвину. Тут ничего. Ничего. Тоже ничего. Что-то все печально. Блин. Это какая-то странная форма мешалки для химических веществ, и от нее однозначно пахнет теми же сточными водами, что я встречал раньше. Это какой-то чертово летучее химическое вещество, состоящее из двух сложных компонентов. Я могу поспорить, что на дыре где-то поблизости. Я тоже готов поспорить. Но я спорить не буду. Два. Три компонента. Да? Значит, мне нужно три компонента. У меня есть два пути. Первый туда, второй туда. Низкотемпературное хранение. Загоны. Что-то в загоны я не очень хочу идти. Вообще, я никуда не хочу идти. Ладно, пошли в низкотемпературное какого хранения. Да. Тут, по идее, что-то храниться должно по-любому. Блядь. Твою мать. Зашибись, блин. Так. Офон. Окей. Так, почитаем. Воспалено, горит кровь из всех дыр, спереди и сзади стекает по ногам, кровь и испражнение. Мои легкие в рвоте. Нормально. На мостовую падают куски моих органов, вот, выпей, сказал он. И я выпил. Выпил. И из-за перемен они крышатся внутри меня. Стоит чихнуть, как зубы выскакивают из рта и разбегают в рвоте, словно мыши. Нифига себе, что за фигня вообще? Я не могу отыскать каждый, хожу сколько могу, и заталкиваю обратно в серые десны пальцами, на которых крошатся ногти. Чё за ужас? Да ну задницу такое читать. Я не хочу это читать. Спасибо. Большое. Можно еще? Спасибо. Хотя нахрен мне еще? Я не знаю. Да, возьму на всякий случай. Что-то я не понял. Какого? Какого? Тут же этого не было ничего. Я не понял. Хреновый признак. Я же в другом месте был, что за фигня? С
задницу. Блин. Блять. Жесть. Закрыто? Ну хорошо. Я не против. Во жесть. It fell onto his hands and they eroded in front of me. To stumps. To stumps. Next time we will use an equal mix of infusion vitae and orgone disperser. No, no, just take him out. You can dump him in the river for all I care. Ну-ка. Мне любопытно стало. А, ну да. Возьму вторую штучку на всякий случай. Просто, знаешь, со свиньей это галлюцинации у меня были. Положим сюда. Ужас, блин, какой-то ужас. Так, тут, пожалуй, надо поосторожней. Окей, тишина так тишина. Думаю, да, тишина тут не помешает. Мне очень хочется их пугать. Твою мать. Блин, заперто. Что-то мне это место не нравится, блин. Что-то тут плохое случится сейчас. Мне так кажется. Тут есть что спрячусь. Если успею, конечно. Плюшевый мишка. Я иду с тобой. Пошли со мной, мишка. Со мной есть мишка. Мне хорошо, я спокоен. Так, мишку надо спасти. Да, мишку надо спасти. Мишку надо. Сегодня доставили очередную группу имбецилов. Более жалких представителей теории человеческого я еще не видел. И судьба никогда никого не интересует. Власти бедама были просто счастливы уменьшить перенаселение в палатах. Мы измерили черепа и зубы новоприбывших. Мы дали им опий для успокоения. Они высли свиньи ждут как скот с пастушим глазами. Короче, все ясно. Да, я что-то на записке уже обленился, но мне лень. Я там, в принципе, суть и так понятно. Мне даже больше читать не надо, чтобы понять. Бляха. Спокойно. Over there, place it in the corner. What? You think I speak Prussian? Do I look like an inbred hog, sir? Who gives a damn what it contains? Just set it down carefully and leave me be. Ага. Тут ничего. Блин. Какого хрена? Не понял. А. Чёрт, блин. Мне чё-то не... Блин. Так, не мигай. Не миг... Блин. Так, спрячемся тут. Так, уходи, уходи, уходи. Уходи. Один нафиг отсюда. Чёрт, блин.
Пусть куда он пошел-то, блин. Йо. Че, туговаздит же меня, а? Так, Андрюх. Да твои в задницу. Ладно, ладно, иду, иду, отвечу, отвечу. Спасибо, я уже понял. Говнюк. Блин. Ну, как обычно. И это меня уже даже не удивляет, что смешно. Так. Отлично. Туда я не пойду. Ну, только не сейчас. Блин. Зашибись. Что-то это нифига не весело, детишки. Мишку жалко. Куда я вообще иду? Я чуть ни хрена не пойму. Блин. Не-не-не-не-не-не. Спокойно, спокойно, спокойно. Так, ладно. Подражаю опыту с веществом X. Сегодня ввел собаке инъекцию стрихнина. У нее начались неожидаемые конвульсии и спазмы. Ожидаемые, точнее. И немного за полночь животное умерло. Я поместил тело в большой бак вещества X, подвел через индуктор переменный ток на 3,5 минуты, и я смог наблюдать частичное возвращение. Однако повреждения, нанесенные до смерти, остались и после воскрешения. Другими словами, собака вернулась в состояние острого отравления стрихнину и пребывала в нем, пока я не всадил ей пулю в лоб. А что утопление? Полагаю, возможности есть. Нельзя, жанру известно. Как мягчайшее из самоубийств? Мягчайшее из самоубийств. Дудом какой-то. Теоретически замена воды в легких у потопника на вещество X может оказаться прекрасным. Чё-то в натуре Франкенштейн какой-то, блин. Так, можно назад, да? Спасибо. Я этим и займусь. Пойду прям назад. Так. Окей. Просто бежим назад, нафиг. Просто нафиг. Твою мать, нафиг назад. Нафиг назад, назад, назад. Просто назад. Чёрт, блин. Фу. Так. Блин. Да блин. Блин. Ты издеваешься? Вова, иди в ту сторону. Что-то меня слышит даже, блин. Гавань. Пошел в задницу, блин. Пошел в задницу, пошел в задницу. Пошел в задницу. Сволочь. Какой-то, блин, честно.
Надеюсь, сработает. Так, надо положить на стол и почитать. Блин, не вас бить бы. Так, все. Так, я достаю что? Оно шипит и быкает Коби. Как войну идет? Так, у вас есть. Значит, можно на замок попробовать, да? Окей, попробуем на замок. Стекло это хорошо. Я смогу вас бить. Давайте-ка попробуем. Блин. Есть. Ну давай, давай. О, да, отлично. Отлично. Хоть чего-то, блин. Хорошее. Правда, у нас что-то глючить начинает, это жесть. Быстрее? Ладно. Я не против побыстрее отсюда свалить. Йо. Так, потихоньку. Нам не надо ошибиться. Упс. Больно, наверное. Очень больно, походу. Так, вставай, чувак, вставай. Так. Это че? Чьи-то кости, ну ладно. В общем, я думаю, на этом мы закончим, да. В общем, надеюсь, всем нравится. Так что да, на это продолжим в следующий раз. На этом все. Всем удачи. Блин, я испугался этого звука. Всем удачи и пока.